Всем привет, меня зовут Вова, вы на канале Всесь Пой. И сегодня мы с вами делаем крышу купола. Что такое? Подождите. А ты где не бегаешь? Выключил рекламу. Так. Я не бегаюсь. Ну, в Майнкрафт, и сегодня мы будем строить купол. Так я так и говорю, Максим. Сейчас мы зайдем на мой мир с куполом. И начнем строить крышу для него. Крышу я делал для того, чтобы снег не попадал на дом и не портил всю красоту, которая у меня будет. Там ее пока нет, но она будет. Так, заходим. Ой. Ладно, будем с снежком играть. Так, вот. Будем. Крыша, она здесь вот. Вот немного отхожу. А, я даже знаю, как сделать. Вот так делать буду. И вот здесь вот отхожу. Следующая полоска. Так вот делаем. Так, все. Я уперся. Да. Так, предлагаю сделать день, потому что ночью. И я не хочу строить. Тем более, о, как у нас тут снег падает. Еще и скелеты. Так. Следующая полоска. Или мы это не доделали? Нет, туда делали. Вот эту сделали. Вот так вот слой за слоем надо делать купол. Так, стоп. Надо еще вот так трип ставим. Дальше делаем полоску. Полоску можно пока что-нибудь посоветовать. Я советую это. Сейчас я буду после этого видео скидывать ссылку на, ну, в описании ссылка будет про канал моего друга «Все в одном», там где я с ним по Красной площади иду, видео скину. Ничего не пропустил, ничего не пропустил. Что такое? Я же выключал интернет. Так, сейчас мы немного потерпим эту рекламу. Сейчас крестик вышится, оп, поймал. Дальше выключаем этот крестик. Дальше. Блин, вот из-за этих крестиков мне приходится... Они мне мешают, эти рекламы все. Так, я порекомендую канал «Все в одном», там... Есть одно видео у него, там, где он просто заснял балкон, как там, это, птички поют и капает дождик, и набрал пока что 400 с чем-то просмотров. Просмотры, я думаю, что, ну, блин, как-то завидно. Может, и так же сделать, только на другом фоне. Так, ну, в общем, ссылочка будет в описании, прикреплю. Так, дальше вот, я уже закончил дело здесь. Вот уже начинается другой размер полоски, чуть побольше. Нужно вот прям вот спидранить вот так вот, тын-тын-тын, нажимать. И оно само к тебе продвигается. Так, это можно разбить пока. Предлагаю делать до того момента, как уперся, а потом с момента упирания в конце буду уже достраивать. Вот здесь вот так вот буду оставлять, и будет новая полоска. Мы доделаем. Дальше. Так. Хорошо. Почти уже готово. Так. Вот так вот. А
давно не было видео про динамический остров. Может, сделать всякие там видео, может, сделать еще какое-нибудь масштабное видео, типа строй на динамическом острове деревню. Классно. Купол это тоже грандиозно, а ну, масштабно. А деревня на острове, ну, в облаках это еще масштабно. Можешь сделать райскую деревню. И адскую деревню. Потому что вообще я в Майнкрафте что-то строю. Я не выживаю в хардкоре там. Я тем более не знаю, как его включать. И давно видео про монашку не было. Я обещала вам хардкор, а давно не выкладывала. Потому что думаю, что хардкор не пойдет так гладко. И ничего у нас не получится. Там всего одна жизнь. И убивай хотя бы один монстр, и все, и это бесполезно. Можно хотя бы показать, как проходить побег через истинную концовку. Можно будет сделать, но а потом на хардкоре буду проходить через ту главу, которая мне понравилась. Мне больше всего нравится химический эксперимент. Самое простое, что вообще есть. Надо будет вам показать, как проходить через истинную концовку на режиме изи. Потому что, ну, чтобы не втыкал. Чтобы не втыкал. А на хард... Так, что за проблема? Угу, вот так хорошо. Дальше что? Я вам уже показывал вам свой динамический остров. Там он очень красивый, хороший. Вот адская и райская деревня у меня на динамическом острове. Это идея прикольная, кстати. Надо будет осуществить. Помню, видео у Компота было. Там, где его жители чокнулись и сделали хотели сделать адскую деревню, но Компот им помешал. И они оказались в портальной камере. Так. И закрываем. Все, я теперь могу ходить здесь. Уху, хожу по куполу чек. Всем... Я сейчас сделаю превьюшечку. Вот крыша купола. Угу, скрин. Так, сделал превьюшку. Мы сегодня с вами сделали крышу. В следующих видео будем делать эту сторону. Эту сторону. И вот эту вот главную сторону. Будем сюда еще двери ставить. С кнопками. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.